Доброе-доброе утречко. Какие у меня красивые цветочки, и какое у меня опять грязное окно. Когда там я это окно мыла? Было ж совсем вот недавно я его мыла, здесь все мыла, и опять оно грязное. Ну я мыть не буду, все, не-не-не-не-не. Если сейчас я опять помою окно, опять начнутся дожди, так что пусть оно у меня будет такое, какое есть. Уже летом когда-нибудь я этим делом займусь, когда я буду 100% уверена, что будет жара, и туда можно вылезти и не переживать, что на следующий день пойдет ливень, град, дождь. И какая-то пыль с пустыни Сахара. А у Киры ничего не меняется в этой жизни. Дистанционка, кровать и вообще все замечательно и круто. Я сейчас собираюсь, и у меня такая проблема, как мне одеться, потому что вроде как уже и тепло, вроде как уже и что, а теперь надо соединить все в одно целое. И, короче, смотрите. У меня есть вот эта вот футболка. Но из-за того, что она здесь очень узкая, то есть ее получается вот так вот не поносишь. Она здесь, ну, какая-то такая узковатая, хотя вроде бы и нет. Короче, есть вот такая футболка. А, вот это вот обувь. Ну, с обувью я уже вроде решила вопрос, думала одеть кеды рыжие, но решили, что эти лучше. Но теперь у меня еще есть, блин, может, в этой футболке, если ее вот так вот сделать, ну, типа, как бы заправить, и чтобы она вот так вот здесь висела. Вот таким вот образом. Потому что к этому еще бананка. Или вот такая вот. Вот. Или черная. Вот так. Кира, а если с этой футболкой? Черная. С этой черная больше нравится. Но у меня еще есть. Знаете что? Блин, я теперь не знаю, какую футболку лучше. Или эту, или вот эту футболку, и тогда с этой бананкой. Вот, и я теперь не знаю, Китсюнь, как лучше, так я только что или вот так вот? И так хорошо. Короче, Кира говорит, и так хорошо, а я теперь даже не знаю, и как лучше. Теперь, знаете, теперь я потерялась. Я только что вроде бы как оделась, вот и вроде бы лучше. Вот так лучше. Угу. Все, значит, Кира сказала вот так лучше, мои кеды вот эти вот одела, и я еду, знаете куда? Поехали со мной, и вы все узнаете. Ну что, ребята, на поиски приключений, поехали. Сегодня должно быть интересно. А здесь все строят и никак не достроят. Там такая пыль, посмотрите, продавцы, которые там работают, они бедные, несчастные. Каждый раз, как туда не зайду, они говорят, господи, мы уже просто не можем в этой пыли находиться все время. Я им сочувствую. Ну а мы с вами сегодня едем в одно очень интересное место. Я надеюсь, я его найду. Я когда-то там уже была, но это было очень давно. И я туда ездила еще с крестной Киры Машей, мамой Тины, которой сейчас нету. Она от рака умерла. Будете спрашивать, сразу же вам отвечаю. И мы туда ездили на велосипедах. Поэтому я надеюсь, я это место найду своим ходом. Вместе с вами посмотрим, что там, как там и где это. И, конечно же, я, как всегда, попадаю в метро. Без метро никуда не добраться. Я приехала на станцию метро «Золотые ворота». Так красиво здесь. Я приехала, это у нас наши Золотые ворота, но теперь мне нужно найти, куда же ехать дальше, вернее идти. Я все равно еще до сих пор пока не знаю, куда мне идти, я вам честно скажу. О, даже можно попасть вот сюда, вот на верхушку. Интересно, сколько стоит билет? Взрослый 80, детский 40. Дякую. Это вам, да? Да. Дякую.
Оглядайте перший поверх, ліворуч відчинені двері, то на проїзд через Золоті Ворота, глянете проїзд, прийміть увагу, що кам'яне мурування – це 11 століття, і тоді сходимо ось на гору. Дякую. Будь ласка. Так, ну що, давайте посмотрим. Вы только посмотрите, какая тут невероятная красота. Это как бы мини-конструкция Золотые ворота до реставрации. Вот так вот это все выглядело. Такой был проход. И мы сейчас к этому проходу, по идее, должны прийти. А вот уже реконструкция Золотых ворот. А вот это вот, ребята, у нас фрагмент базы колонны. Обалдеть. Вы только посмотрите, какие раньше были строения, да? Посмотрите, какая высота. И без всяких этажей. Я чумею. Обалдеть! Я тут вообще одна. Посмотрите, как тут. Я как будто нахожусь в каком-то королевстве, открываю эти ворота и могу попасть на другой конец света. Смотрите, какие ручки шикарные. Засов отодвигается, ворота открываются, и вы попадаете, ну, короче, на другую сторону. В другую вселенную, ладно, не будем. Вау. Если бы еще был экскурсовод, который бы рассказал, что это такое, было бы намного все интересней. Но экскурсовода сейчас нету. Воротний проїзд. До наших днів від страданих золотих воріт збереглися бокові стіни проїзду завдовжки 25 на 13 метрів і близько 8 метрів заввишки. Відстань між стінами 7,2 метрів між пілястрами. Короче, ребята, можете прочитать, заскриньте. And English. Слушайте, ну это просто невероятно, реально очень. Я себя ощущаю королевой, которая может подняться и где-то там встретить своего принца. А тут, наверное, когда-то на лошадях с повозками переходили. Может, я придумала, а может и нет. Так, теперь идемте наверх. Вроде бы не туда, где-то вот сюда. По ступенечкам и вверх. Вау! Посмотрите, какой тут... Я домой поднимаюсь меньше. Тёмкинская лестница. Так, ну что, давайте будем дальше подниматься. Какое-то служебное помещение. Здесь ничего не указано, но мы находимся. Да, никакой таблички нет. Давайте посмотрим, куда мы вышли. Наверное, просто смотровая площадка. Здесь, наверное, стояли солдаты. Красиво? И людишки такие маленькие-маленькие. Слушайте, мне нравится, что здесь сегодня людей вообще нету. Вообще прекрасно. Надо бегом идти дальше выше. Идемте, потому что нам подниматься еще выше нужно. Тут, я так понимаю, на каждом этаже есть смотровая площадка. Ух ты, пух ты. А здесь фрагменты камней. Рощин об... Лицевальный с граффити. Тут еще и граффити какой-то есть. Смотрите, там конь нарисован. Видите? Вы должны увидеть. И еще что-то написано. Вот такая вот там картинка нарисована. По-боевому лознорабочевому. Не понимаю. Окей. Что-то у меня последние два дня какие-то очень глубокие видео, да, заметили? А здесь подковы. Посмотрите, даже такая подкова раньше была.
Это, наверное, какой-то замок, ключ от стрелы, наконечник. Вот такую вот стрелу убивали людей. А это наручники, я так понимаю. Цвяхи. Цікаво. Идемте посмотрим на второй этаж. Здесь уже намного повыше. Та-да-да. Люди стали еще меньше. Круто? Ну, а мы поднимаемся теперь на самый верх. Там еще одна смотровая площадка. Вот это вот у нас что? Ага. Это у нас доспехи. Вернее, жилетка. Я так понимаю, просто. А, нет, это еще и... Скажите мне, пожалуйста, и я скажу, как эта штука называется. Да, вот таким вот, прикиньте, заехать в шею. И все, и кранты. Infinita la comedia. Но мы пойдем сюда, а потом еще туда. Ух ты! А сюда можно попасть? Тут, к сожалению, закрыто. А вот отсюда, наверное, лучники стреляли. Ну, я так предполагаю, что да. Вот так вот. Или с какого-то оружия, или с лука. Но, скорее всего, отсюда именно и происходила битва. Вот это я несу, короче, историю вам, да, рассказываю. Сама не знаю, что, но вам что-то рассказываю. Ну, я предполагаю, понимаете, есть такое слово, как предположение. Здесь, к сожалению, все закрыто. И здесь, наверное, тоже вот так вот сидели и что-то, кого-то мочили. Постоянно везде кого-то должны мочить. А здесь были настоящие факелы. Уже их сделали и более современными. А здесь вход в церковь. Даже церковь есть. Я не знала, что здесь есть церковь. Зато здесь есть Wi-Fi, и курить нельзя. И шикарный вид на город. Боже, мне не быть экскурсоводом, я вам честно скажу. Просто не быть. Вау. Обалдеть. Вы видите, как тут классно. По-моему, когда я здесь была в прошлый раз, здесь было просто невероятное количество людей. Но сейчас здесь шикарно, никого нет. А то, по-моему, Софийский собор, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, но может и нет. По-моему, да. Ну, а здесь я вам вообще не расскажу, где что находится. Могу только сказать, что шикарный город. Сюда? Нет, мы еще не были в одной штучке. Знаете, куда мы еще с вами не заходили? По-моему, мы с вами еще здесь не были. Где? Где? Вот здесь вот. Ух ты! Фрагмент плиты... Ограждение. Ага, это надубрамна церква Благовіщення була невід'ємною частиною золотих воріт. То есть это мы попали в церковь.
В общем, так. Сначала они мочили людей, потом приходили, замаливали грехи. Вот такая вот история. А что делать? Мы всю жизнь так. Сначала мы грешим, а потом мы просим прощения. Ну и теперь мы попадаем еще в какое-то место, которое закрыто, да? Ну да, здесь все закрыто. Скорее всего, все. Теперь мы спускаемся уже вниз. Я так предполагаю, да. Экскурсию вам по Золотым воротам я провела. Надеюсь, вам было интересно. Ух ты! А как так? Я так здесь поднялась и там спустилась. Прекрасно. Вообще уникально. Вау! А что это такое? Интересно, туда можно попасть? Ёптель-моптель. Вы только посмотрите. Это я здесь с фонариком. Это что, настоящий скелет? Ну, скелет... Не, скелет, наверное, не настоящий. Камера ужасов. Или камера пыток. А вот так вот здесь без света вообще. Вы понимаете, да? Здесь что-то уникальное. И я не знаю, что здесь ничего не указано. Я не имею понятия. Окей, let's go. Идемте вниз. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия. Здесь что-то должно еще светиться, наверное, вечером светится. А какое было оружие? Сейчас этого нету. Вау. Скорее всего, это другая... Да, это, наверное, другая сторона. Мы с одной стороны зашли, с другой стороны выходим. Напишите, пожалуйста, как вам моя экскурсия? Понравилась вам или нет? А мы идем искать ворона. Ну, я побывала с вами в замке Золотых ворот. А вот те самые ворота, которые мы видели с другой стороны. Круто! Теперь нам нужно самое главное найти... Так, это улица Владимирская. Нам нужно найти улицу Рейтерскую, 9, чтобы попасть к ворон. А я же вам не говорила. На самом деле я ищу дворик. Вороний дворик. И хочу вас туда повезти, в этот Вороний дворик. Это, как считается, секретное место города Киева. Идемте искать. Если правильно показывает навигатор, то нам как раз вот в ту сторону. Мне кажется, я иду как раз правильно и в ту сторону, в которую мне надо. По такой маленькой, тоненькой улочке. Ощущаю себя где-то в Париже. Хоть я в Париже ни разу не была, но зато здесь есть секта. Чадао. Аватар Спейс. I don't know what is this, но вот эта часть мне нравится больше всего. Ладно, let's go. Искать ворота. Может быть, это они. А может и нет. Давайте зайдем посмотрим. Прикольно тут так? Это, наверное, не здесь. Здесь очень прикольно, классно. Я нахожусь в таком странном месте. Но, по-моему, это не тут. Скорее всего, мне нужно идти куда-то дальше. Но это граффити создает эффект вау. Но нам не сюда. Блин, слушайте, тут такие классные местечки. Я бы, например, хотела бы туда попасть. Я не знаю, что там. Возможно, там даже человек живет. Я бы там сама жила. Вау. Но здесь, смотрите. Шикарно. Круто, мне здесь нравится. Чик. Идем дальше. По-моему, это здесь. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, здесь кафешка есть. Значит, здесь должны быть
и вороны. Видите, как тут прикольно. Кафе, кафе, кафе. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Привет. И вот куда я вас привела. Ты такой красивый. Ты такой классный. Ты один остался, да? Когда-то их тут было двое, если я не ошибаюсь, или трое, и потом одного. Что с ним сделали? Кто-то выпустил или украл. Как тебя зовут? Давайте посмотрим, как его зовут. Киаран. Народился у 2023 році і оселився в дворі на Рейтерській 9Б. Є нащадком родини Воронів, які жили у цьому дворі протягом останніх 30 років. А тут вже нікого немає. Хоча був. Ти корян? Ти такий гарний. Ты такой красивый. Дивіться на цього ворона, и, который живет у нас на Нивках. Вообще два разных, да? Это такой просто ухоженный, шикарный. Ты прекрасный, ты просто очень прекрасный. Я вас сводила на ворона, посмотрели. Да? Я надеюсь, ты меня не клюнешь? Боже, у него такой клюв огромный, классный. И здесь на самом деле очень так. Посмотрите, какой мурал с воронами. И такое тихое местечко. Класс. Ты прикольный, но я тебя покидаю. Здесь тоже есть кафешка Friendly Pets. Но мне своих сюда всех везти очень тяжеловато. Вот и все. Я с вами побыла на Вороне. Я с вами на Вороне. У Ворона в гостях. Побыли с вами на Золотых Воротах, а теперь мне нужно понять, куда мне дальше, что мне нужно и куда пойдем. Пока давайте, наверное, выйдем куда-то, я не знаю куда, туда, прямо. Здесь так все обклеено разными вывесками, я сейчас вам вообще покажу, что это за здание. Вот если так на это здание посмотреть, то ты никогда не поймешь, что это такое. А теперь... Раз, два, три, четыре, пять. Это поликлиника, вы понимаете? Это реально поликлиника? Она что, рабочая? Нет, она не рабочая. Это прикольно. Я бы никогда не подумала, что это здание может быть поликлиникой. Я нашла еще один красивый мурал. С украинской дівчиною. И все одно я теперь не знаю, куда мне идти. Интересно, куда меня выведет вот эта вот дорога? Давайте рискнем, посмотрим. Я не имею понятия, куда она меня выведет, но, наверное, куда-то должна вывести. Подниматься, наверное, по ней намного удобнее, чем спускаться. Так, раз, два, раз, два, раз, два. И даже шаг не получается сделать. Но интересно все-таки, и куда же я попаду? Только я так могу свернуть куда-то. Не знаю, куда, зачем, почему. Но я куда-то иду. Самое главное, что все поднимаются. Я одна спускаюсь. Посмотрите, какой. Я не знаю, как зовут этого персонажа. Напишите, кто это такой. А я все иду. Здание такое красивое. Вроде бы правильно. Должна сейчас выйти на Крещатик. Если я выйду на Крещатик и все будет так, как нужно, то я... Боже, такой ветер сильный. Я хочу там попробовать суши... Суши-хот-дог, вот. Вроде такая штука там должна продаваться. Недавно, когда снимала видео про город, когда я по ним ходила, мне сказали, показывай больше город. Не себя, показываю город. О, я, по-моему, знаю, куда я уже вышла. Если я не ошибаюсь, это оперный театр. По идее, да. Потому что я помню вот эту вот аптеку социальную. Я когда-то здесь покупала лекарства, которые продавались только здесь и нигде больше. Ну, в принципе, я права. Я надеюсь, это оперный театр. Я ж такая, блин, знаток города Киева. Мама, мия, не горюй.
и со мной идти в поход, лучше сразу повеситься. Пам'ятка архітектурної історії моментального театру, опери та балету. Фух, я не совсем. Я не совсем не того, я нормально. Иногда бывает мне очень стыдно, когда я гуляю по городу и нифига не знаю. Но я действительно, я ничего не знаю. Знаю, есть оперный театр. Я тут уже когда-то была. Но не сейчас. Сейчас я знаю, что я пришла на Крещатик. А с Крещатика я хочу все-таки попробовать вот этот ролл, а потом еще, знаете, куда попасть? А потом попасть в Гулливер. Зачем? Не поверите, я все-таки хочу зайти в Бершку и посмотреть, что там есть. Вся Маша в одном. Надо идти здесь. Я иду, блин, не как все люди. Потому что мне там не нравится толпиться среди людей, ну, которых нету, да. Не обращайте внимания, в любом случае, я уже все. Захожу по-правильному. Смотрите, какая маленькая дупочка идет. Еще совсем ребенок, потому что такой туда-сюда, туда-сюда. Крошка мопсячья. Была бы у меня одна собака, я бы с ней везде ездила. Так как у меня их три, слишком не поездишь. Да и Тера у меня такие долгие прогулки не выдержит. Она уже все, она уже максимально, знаете как, до леса и домой. И все, она умирает. Это еще пока малолетка. У него еще сил очень много. А брать кого-то одного у меня никак не получается. Потом начинаются обидки и туда-сюда. Поэтому или всех, или никого. Короче, я уже на Крещатике. ЦУМ. И смотрите, я как раз попадаю вот в этот вот ролл хот-дог суши. Здесь есть суши-кебаб. Есть тако-суши. И есть ролл-доллер. Интересно, что его попробовать? Наверное, суши-кебаб. Будем пробовать. А, тунец мне нельзя. Лосось, креветка и угорь. Давайте с лососем попробуем. А теперь посмотрите, что это такое. Это суши в виде шаурмы. Да, прикольно. Сейчас будем пробовать и смотреть, насколько это вкусно или насколько это невкусно. Но я давно хотела попробовать. Я тоже, опять же, таки в ТикТоке увидела, что тут такая штучка есть. И вот, давайте вместе с вами сейчас оценим этот весь интересный ролл. Прикольно, вкусно, только холодно, и мне бы еще сюда соевого соуса не хватает, а его почему-то не дают. Но прикольная штука. В следующий раз я попробую остальные. Что остальные? В следующий раз я попробую тако и хот-дог. А хот-дог девушка там брала. И он такой хрустящий получается. Наверное, тоже очень вкусный. Но интересная вещь. Приятного аппетита. Я же говорю, единственное, не хватает здесь соевого соуса. И васаби. Да. Ну и вообще был бы просто гигантский суши.